Задача номер 22. Брусок массой 100 грамм подвешен на легкой нити, поднимает вертикально вверх. Сначала с силой F1, а потом с силой F2. Модуль ускорения бруска в этом случае, во втором случае, нужно сравнить, больше он будет или меньше, во сколько раз. Так, вспомним, откуда возникает ускорение. У нас есть брусок. У него есть MG. У него есть MG. Мы его тянем. Если бы мы тянули с силой MG, то никакого ускорения бы не было. Силы были бы равны. Второму закону Ньютона. Сумма сил пропорциональна массе на ускорение. В нашем случае сумма сил – это разность. Если мы возьмем за положительное направление Y, то проекции будут суммы сил. Это F направлено вверх минус MG направлено вниз равно MA. Ускорение направлено тоже в положительную сторону. В первом случае у нас давит сила 1. Возникает ускорение 1. Во втором случае тянем силой F2. MG не меняется. Меняется только ускорение. Из этих формул надо выразить и посчитать А1 и А2 и сравнить. Реши и выбери правильный ответ.